Братские отношения между Казахстаном и Узбекистаном становятся крепче. Только в текущем году товарооборот между двумя странами увеличился на 30%. Об этом стало известно на встрече, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами и Дню независимости Казахстана. На встречу под названием «Казахстан и Узбекистан. Прошлое, настоящее и будущее» собравшиеся дипломаты и представители интеллигенции отметили, что президенты двух стран сформировали центральноазиатскую модель солидарности и процветания. Еще на заре независимости две страны были одним из первых, кто всячески поддерживал друг друга. Сегодня, благодаря тесному сотрудничеству, в Казахстане работает порядка 800 узбекских предприятий, а в Узбекистане при поддержке казахстанских инвесторов функционирует порядка 200 компаний. В будущем эти показатели вырастут, считают участники. В следующем году планируется совместное военное учение, что увеличит сотрудничество в сфере безопасности. К слову, 2018 год объявлен годом Узбекистана. В Казахстане это еще больше укрепит братские отношения между странами, считают дипломаты. За 25 лет пройден огромный путь вместе. Путь нелегкий, сложный. У нас экономики как будто так сложны, как пазл. Они соединяются прочно и дополняют друг друга. Мы друг с другом не конкурируем, а дополняем друг друга. И это дает хорошую возможность для дальнейшего укрепления наших экономических связей. Несомненно, 2017 год стал годом больших достижений. Казахстан и Узбекистан реализуют большие инвестиционные проекты. В этом году торговый оборот между странами увеличился до 30%. Улучшились двусторонние отношения.